В селе Вышки Ульяновского района начала решаться проблема с благами цивилизации. Коммунальщики строят водопровод протяженностью более 13 километров. Местные жители давно хотели перемен. Вода, конечно, поступает в дома, но в летний сезон она на протяжении многих лет подается по расписанию. 3 часа ранним утром и пара часов вечером. Днем люди уже все набирали воду, и мало воды было. Приходилось еще докупать какие-нибудь баллоны? Ну, воду сейчас у нас, мы люди современные, привыкли бутылированную воду пить. Замене подлежат насосная станция и 2 водовода. Над качеством воды тоже надо бы поработать. По словам главы Ульяновского района, специалисты зафиксировали повышенное содержание железа. В 2023 году данный проект заканчивается до 6 месяца. В июне месяце мы закончим. Сколько денег заложено? Из какого бюджета? Данный проект финансируется из 2 бюджетов. Основной, конечно, это область. Спасибо Алексею Юрьевичу. Он настоял на реализации данного проекта. Мы долго его пробивали. Но по решению губернатора деньги были выделены свыше 50 миллионов. В селе Александровка Меликесского района уже заменили водонапорную башню. Средства на обновление системы водоснабжения выделены по поручению губернатора из резервного фонда правительства Ульяновской области. Стоимость контракта почти 2 миллиона рублей. В эти объекты и в остальные планируют вложить еще 70 миллионов. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.